Под водой можно бесконечно плавать? Походу. Что-то я могу сюда. Окей. Кто будет ход ждать? Я поехала. А. Я готов уйти. Да, ну, окей, там Стас тут же уйдет. Я поехала за кодом. Я жду, только быстро, давайте быстрее. Я быстрее. Уже еду. Еду уже еду. Не, я быстрее за кодом лезу. Блять, нормально. А здесь какая-то хуйня пушка стоит. Для чего она? Можно стрелять. На крыше чел показываю, куда идет. Под антенной. Кто-то раз скажите, это значит, что я забыл. 9-6-2-2. Почему юс не работает? Чего, блядь? Как слышно, как приняли. 9-6-2-2. Хорошо, я забрал. А-а-а. Почему она не убивает? Почему она просто пу? Чё это за дерьмо, блядь? Джекер, мутни. Патрон закончили, что ли? Ноль, да? Так я не понял. Ну, ладно, я стример, я сморг. Это хуёвая штука. Всё под карту. В смысле, оно в здании билось? В смысле под карту? Альта, потом на 4. Бля, Маки, а ты знаешь, что очень смешной? Блин, очень смешно. Слил одного, только что снайп. Второго уложил на балконе с чемоданом, с нашей стороны. Вертушка пошла, я съебываюсь. Я, короче, прыгал с очень большой высоты и вообще хп не тратится. Короче, лучше комбинация. Давай, давай. Убила одного. Отлично, последний живой. Кто с нами еще с Лизой? Я и Лиза. Никто. Я есть. Все, больше никого? Красава, втроем, сейчас затушим. На лестнице между первым и вторым этажом кто? Там все меньше базарок, больше действий. Мы с тобой на улице не обострись. У меня нету такой палки. Что делать? Вроде увеличивается. Размочил. Бум, шакалака. Ход будет на сайт?
сейчас привезу. Меня не убьют. Или Лизу не убьют. У нас кто-то улетел, блядь, вниз, пиздец. Вниз это там зиплайн вниз. Да нет, кто-то помер нахуй, кроме шуток, это все. Земля пухом. Лиза? Да, походу Лиза. Земля пухом. Они меня могут убить. Я вот фотографию его отсылаю. Прикольная страна. Вижу мне. Слушай, походу нет. Джокер, ответь. Джокер. Да он, не, стрельбы не было, не может быть. Мог разбиться вполне. Типа, Джокер сказал, что я вот падал такой на большой высоты, но нихуя не было, типа. Похоже, что он упал с такой высоты, которая все-таки на него повлияла. Это хида. У них победила гравитация. На крыше есть чит. Блин. Убил инсайза. А как оружие его забрать или нельзя? Не знаю. Инсайз, задай оружие. Вот. Да что, не знаю, бля, он меня убить хотел. Давай, с двух сторон. А я, получается, сразу убил, да, чат? Я что, его не добивал? Или когда я подошел руками, это добивание было? Бля. Что это такое? Максим жив? Что такое Bridge Tower Unlock? А вот и Джокер. Ой, я дурак. Как выкинуть, блядь, это говно? Как мне выкинуть айтемы? Так. На снайпу? Я хочу взять дробовик, блядь. Ладно, похуй. Я не знаю, как выкинуть. Сейчас. Щелк-щелк. Блядь, как выкинуть? Ой. Ебать, как громко. Дима, ты ж правишь, так ты ж будет. Смотрите, они забайтились, глупые враги.
Ой, блядь, ну ты сплитом взял, нахуй. Бля, да, Крамер, я не знал. Джокер, ты разбился? Там я зафейлил. Джокер, ты разбился? Я знал, что рядом со мной враги, а Крамер не сказал, что он тут. Ё-моё, Димон, это было жестко. Спасибо. Надо провести разведку и отправить... Самое главное тактично, Дим. Никто тактика. Так по тактике да я... движения на 50 метров не раскидывал. Ты понимаешь, я просто избавлялся от вещей, чтобы забрать дробовик. Ты не поверишь, я не знаю, как выкидывать вещи. А тут нельзя их выкидывать вроде. Бля, мне это место. Как выкидывать... Блядь, а как выкидывать вещи, кто знает? О, едет направо, направо едет, Джокер, там и ты ездил, по тебе едет. Бля, ну как выкинуть вещи, чёрт. Один возврат, ставь специально. Жёстко, понял, буду знать. Жёстко, механ. Мне придётся опять выкидывать. Как слышно меня, алло? Понял, я его жду. Никак? Бля. Крамер тут что-то рассказывает. Нихуя себе, уже рядом, на крыше, Крамер на крыше. Тебя ищет, слышишь? А мы будем вертолет пускать? У нас все в дыму, в офисной все в дыму. Это я, Лиза. Да, Крамер, поговори со мной. Он прятался за стенкой! Да-да. Слушай, у тебя ебанул. Чем помистряешь? Тихо, сори, тут где-то Крамер. У тебя где-то еще один. Я тебя оставляю, я не знаю, где он, я посмотрел. Брось этот бинокль и... Бля, ну то, что нельзя выкидывать вещи, это грустота, грустнота. Кто на крыше? Ё-моё. Я их на крыше, это Крамер. Дим, пиши мне. Крамер на крыше. Вентиляция есть. Я знаю, я пробовал открывать, мне не получалось. На мосту, чел один стоит, со снайперкой, тебя бы стоит, слышишь? Кто на втором этаже? Крамер вызвал на крышу, фиксирует со снайпера и пошел. Крамер наверху. Смешу, ебаный. Это ты сейчас работал? Да-да, на крыше, это я на крыше. Угу. Сфоткал тебя, это я. Да, я понял, я не знаю, где он. Вот там над тобой на мосту был, но его там уже больше нету. Возвращайся домой, пойдем искать. Да. Еще два или один? Бля, Макс, ты меня байтишь? Это ты сейчас по крыше топ-топ-топ, да? Да, я. Я видел тебя, как твою ногу как-то через с потолок. Это норма? Если что, я на карнизе. Не застрелите.
возвращаюсь. Я буду уходить. Последний где-то уходит в доме у нас, крадется, ползает, что-то такое. Это я по Лизе работал. Ну, в офисной пациент. Лиза, это я по тебе, Лиза. Да, господи. Ты смотри, в окно кто-то запрыгивает. Ты же говорил, ты на карнизе. Я тоже знаю. Да. Я испугался. Закрылась. Бляш. Шо творит нахуй? Шо там, холёный бистов ваш затащил клач, ебать, ну всё. А в меня не стреляла Лиза или не, мне показалось? Нет, в тебя никто не стрелял. Бля, ты его нокнул, да? О, интересно, он живой или мёртвый? А я думал ещё. Да, блядь, я забываю, что такая хуйня здесь. Арсюха на вертолёте нельзя улететь. Хулён не отдышится немножко. Клач Никсон. Шо творит? Тем, что у нас Димас болеет кратковременной памятью, блядь. Да бля, чувак. Как рыбка. Новая механика, понимаешь? Непривычно. Бля, сейчас кто первый высунется, тот проиграет. Не. Или да, она сейчас будет просто сидеть смотреть. Лиза будет сидеть смотреть. Ну типа, кто первый высунется. Ебать, Баруто такой. Она смотрит в другую. А вот, развернулась. Вот, и я о том же. Скорее всего, Арсения, тут мало шансов. Ну, я не понимаю, что он ждёт. Он восполнял энергию. У него типа мало. Он смотрит прямо exactly. Опа, вот, на лестнице. Ё-моё, Mind Games, да? А одно место, да, для выноски? Да, ой, ебать, сейчас всё случится. Ё-моё! Чек, крейсеры чекают, кстати. Ё-моё! Объясните мне хуя, почему на вертолете нельзя улететь? Там же всегда был выход. А активировать его надо. Вот это босс. Всегда подсвечивался. Ё-моё, я пошёл. Я пойду на крышу разъебу, кто там приедет. Пойдём со мной кто-нибудь? Налево, пойдём со мной. Ты кто? Лиза, привет, да. Здорово. Никого над тобой не вижу, ни единой души, я прочекал. Я ошибался с крыши, тут никого нет. Ё-моё. Кто-то приехал или ушел? Это я подскользнулся, блядь, тут очень скользко. Окей. Вы знали, что вы наверху бегаете? Дилидеран в спине, у кого? Тени палят очень сильно, они сквозь текстуры. Да, есть такое. Да, мне рассказывали об этом тоже. Может, реально сидеть в странном туалете, а потом пойти разъебать, чтобы своих не бить. Бля, Маки, хорошая идея, слушай. Убили? Нет, это пранк, это пранк. Это что пранк. Это non-lethal. А урон наносится? Кто в живых, блядь?
А сколько... А урон есть? А хуй ты здесь делаешь, блядь? Ты... Я тут сижу, блядь, смотрю, щи, кто-то двигается. Бэм, я уже 2 минуты сижу тут. Тактика, блядь. Хоть кого-то. Хоть кого-то. Только расскажи. Ой, Мак, я не тебись. Ну, блядь, теперь я не стреляю, потому что я же... Где стрельба? Теперь я не я здесь стрельнул сразу, потому что я думал, это Максим вернулся, блядь. Я думал, это Максим вернулся. Скрыт. Я... Надо было стрельнуть, а потом проверить, кто это. Пиздец просто, пиздец. Зашел. Надо было стрельнуть, а потом еще раз чекнуть. Если был Максим, конечно, было бы забавно. Ах, не смешно, блядь, это такой пиздец, блядь, не стрельнул тупо, потому что думал, Максим вернуться решил. И думаю, наверное, это он, типа, опять. Ну, только что это было, буквально, блядь, ну, секунд 10. Пиздец. Блядь, это такой лол. Сука, это игра. Твой дым. Теперь все используют мою старту с домами, кстати, заметили? Теперь все так делают. Как тяжело с этого пистолета стрелять, я еба. Бля, унесли. Easy peasy, boys. Тупо ниндзюцу. Бля, Максим. Какая-то проблема, бля, с целями. Шо? Это такой пиздец. Я думал, это ты опять вернулся и поэтому не стрельнул. А это враг был. Тоже, Димас, я виноват. Не, это Гурфлан ебалая, просто пиздец. Руфлан ебало. Чего не могу взять? Нас пушат по мосту, я принимаю. На зиплане приехали, на зиплане приехали. Ебать, он как маг делает. Там был враг, видели? В воду спрыгнул он, Сайс, походу. Побегал в доме. Замочил. Еще один зиплайн. Кто-нибудь зайдите сюда. Слышу инсайза. Да, слышу. Тут я одного на стик только что.
Блядь. Просто вовремя. Просто, блядь, вовремя повернулся, да? Был бы дробовик в руках, убил бы. Ну, блядь, ну что это за хуйня? Как я так не убил его? Почему не попал? Шок. Какого кейси? Ну хз. Бля, с вроде бы не попал. Мне казалось. Надо было ставить в экране. Крамер на меня вышел. Я даже не 100 хп, лол. Лёль. Живые есть? Ёбаный Максим! Вот такой тайминг, блядь. Да-да. Взорвал хоть кого-нибудь, кстати, сишками? Ебать. Арсений не вовремя спрыгнул. А чё вы за брифом-то так не ушли? Да то, что заминировано нахуй. А, это мои мины, это да. Там мины, главное, взорвались. Там было 5 мин и 3 датчика движения по всему. Ну так они все взорвались сразу же. Типа после взрыва можно заходить, значит там чисто. Если там вторые кто-то мины не поставил. А что делает Арсений сейчас? А, так я никого не взорвал. Он сломает компы, это второй способ. А что будет? Не-не. То есть он первый раз делает и выиграл? Он компы выиграет. Да. А я думала, либо я забрать бриф и уйти. Я просто типа нервовый и там. Бать, вы посмотрите на Джокера. Он закрылся. Я пошел проверять. Джокер нахуй трупом на труп упал. Тупо замаскировался. А в живых только Арсюха получается? Угу. А тупо, держи, ляп тупо по лицу. Так этот, а вы знали, кстати, что если по лестнице ты бежишь, то у тебя сбрасывается на руки? Нет. Не понял. Ну вот, я бежал с кошкой рукой, там была лестница в вентиляции, и типа, когда я спустился, у меня такие выпались из-за того, что я спускался, ну, по лестнице. Да ладно, жестко. Ебать, Джокер замаскировался. Слепка, бля, я забыл врубить. Лап, потому что ты когда скажешь, сейчас игра закончится, врублю. Джокер мастер маскировки, ебать. Вентиляция просто 20 штук. Ну, я, походу, шлепнул одного вентиляции, дальние, откуда я первый раз начинал убивать. Там, типа, через хату. Готов поспорить, если Арсюха тут пройдет, Джокер его ёбнет. На все 100 готов поспорить, блядь. А, не. Нет, Джокер проснулся уже. Ага. А можешь же бесконечно, да, лежать в отруге? Я постарялись тут как-то раз, чтобы решу. Я просто когда подходил, слышал, вы там пиздите, типа, блядь, извини, прости. А, да, Арсюха меня стрельнул. А куда он потом делся? Я ж тебя заебашил, блядь, а потом он куда-то... Ё-моё. Ты меня заебал, что он, наверное, когда в трубе, да? Не-не-не, потом поднялся. Не, он с нами. А, Арсюха спрятался, он сразу вправо ушел и вниз сиганул. Запредиктил. А кто нахуй, я кого-то вырубил без сознания, он, блядь, как кусок говна в море полетел, это кто был, блядь? Это Арсюха, по-моему, был, он упал. Ты его вырубил, но он поднялся. Я слышал, что в воде бултыхался кто-то. А, инсайд? Окей. Помню, кто-то сорты хуярил там еще. Здесь типа, наверное. Я, кстати, не понял, как тебя не выкинуло гранатой. Она прям примерно около тебя. О, изи. Ё-моё, ё-моё. Вот это катка или легчайшая. Вот это клатч, ё-моё. Ебать. Сколько у вас осталось? А клатч. Шкафчики какие-то. Нормас. Бля, я вивап выгорел, да, сейчас. Бля, у меня дверь сама открылась на балкон. Ё-моё, сейчас, секунду.
или под код 4588, если это кому-то надо. Нормас вернулся. Нормально. Да. С моста 100% пойдут, я фотки уже сделал. Я не вижу там никого. Они могут, может быть, это, через другое место куда-то пойти там. С моста с какого? С переднего, с заднего? Если что, это рука на фото. Еще раз повторить фотку, где это было? А чё как легко, блядь? Лемон сквизи. Кого? У нас, давайте... походу, одного игрока не хватает, потому что это слишком странно. Давайте Нюк или Мэншн. Нюк, кстати, тоже интересно. Нюк. Да, мне там надо было отойти. Нет, там. У меня дверь открылась на балкон, блядь, сама по себе. Я охуел. Нихуя себе, это призраки, Дима. Я сижу, блядь, у меня такой бф, блядь, это выглядит. А вы просто через крышу, что ли, залезли, да? Мы, да. А мы видели на мосту одного чувака, который так и не пошел, кстати. Мы его ждали, а он так и не пошел. Куда мы? Петекс-фрат дарит под писочку, шаломчик. Опа, спасибо тебе. Мы на гвард пошли, нас Дима за такой пока. Бля, ну чё ты так? Ну типа ты отходишь просто. Там мне дверь открылась на балкон, чувак, я охуел. Нет, Дим. А карта, кстати, походу говно. Она просто белая. Дим, надо просто предупреждать. 9 патрон, ебать. Лиза, а что это даст? Ё-моё. Карта не доделана, она белая. Мы хотя бы будем знать, что... Так я вернулся, умер уже. Я ж ненадолго уходил. А есть у хоста? Она не до конца доделана, да. Она должна быть, типа, недопилена. Похоже. Пусть она должна быть недопилена. Она недопилена, она должна быть лучше. Судя по тому, что выглядит. Так она хохот тогда, да. Так а есть у хоста команда на Change level? Карты? Не, нету. Нету вообще никакой? Mm-mm. Типа она выглядит вроде норм, но не доделана. Нормальная карта, господи, чё ты ебался? Да, я тоже не понимаю, о чём ты. А на скольке эта игра? 5 на 5, 4 на 4? Ты как пост можешь изменить что-нибудь? Консоли там? Нет, консоли не существует о чем-то. А сколько здесь лимит на сервере людей? Хз, наверное, много. Но 5 на 5, 5, 5, 5 на 5. Да ну, вам кажется, что эта карта... Смотрите, так нажмите должна все... выглядеть? Мне кажется, эта игра уже изжила себя всю. Да, все, рефан. Нажмите инвентарь, команда и... Что пошлите значит повысить? В кастом киварика? Что сделать? ДКС? А, повысить, да, там есть. Команду, повысить как план. Тебя, да, там. А, Team? Повысить что? Ну, инвентарь нажми, а потом Team. И тут можно повысить что-то. Я и понизить думаю. Можно. А, вот, наверное, да, плюсики, типа. Это плюсик, типа, лайк, наверное, не лайк, да. Ладно, погнали. По следующую. Выходим. Создай мэншн, попробуй. Это был Нюк, кстати. Да, нужно просить дефолтные карты играть просто. Да, я тоже так считаю. Ой, батя, сколько у нас людей? Ёбушки-воробушки, так наши как раз-то Left 4 Dead. Не, я уже скоро не, пойду. Не, вот буквально. Ой-ой-ой. Да, ё-моё, мужики, ну карточку можно сыграть. Было бы неплохо. 9 патронов, блядь.